Здравствуйте, уважаемые любители мототехники! Клуб «Юход» продолжает делать видеообзоры мотоциклов Kawasaki. И сегодня мы более подробно познакомимся с одним из лучших среднекубатурных городских мотоциклов – Kawasaki Z800. С первого взгляда на данный мотоцикл в глаза бросается современный и агрессивный дизайн. Каждая деталь в данном мотоцикле сразу говорит о том, что это настоящий уличный боец, готовый тягаться с любым конкурентом на городских улицах. Данная модель пришла на смену легендарной Kawasaki Z750 в 2013 году и сразу стала одним из самых популярных городских мотоциклов. Дизайн стал еще агрессивнее и современнее, а двигатель прибавил в объеме и мощности. Итак, давайте рассмотрим техническую часть новой Z-ки. На мотоцикл ставится рядный 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 800 см кубических, выдающий 113 лошадиных сил при 10 200 оборотах в минуту и 83 ньютон-метра крутящего момента при 8000 оборотах. Показатели очень внушительные и заставляют потесниться всех ближайших конкурентов. Инженеры Kawasaki серьезно поработали с электронным блоком управления двигателем, благодаря чему показатели мощности и крутящего момента удалось сдвинуть зону низких и средних оборотов, на которых в основном эксплуатируется мотоцикл в городе. В подвеске данного мотоцикла используется перевернутая вилка с возможностью регулировки сжатия и отбоя, а в задней подвеске используется регулируемый газонаполненный амортизатор Unitrek. Переднюю ось Z800 украшают два паспортбайковских больших тормозных диска диаметром 310 мм, которые совместно с суппортами Nissin и системой ABS смогут остановить мотоцикл в любой дорожной ситуации. Что касается эргономики мотоцикла в целом, то тут тоже не к чему придраться. Посадка на мотоцикле расслабленная и удобная. В меру широкий руль и грамотное расположение подножек способствуют тому, что за рулем данного мотоцикла смогут разместиться люди абсолютно разной комплекции. Приборная панель выполнена в современном стиле. Она стала полностью электронной, но при этом не потеряла своей функциональности. Она выдает всю необходимую информацию о мотоцикле и легко читается. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Z800 – один из лидеров данного сегмента. Kawasaki Z800 пришел на смену культовой модели Z750 в 2013 году и сразу же стал одним из самых популярных среднекубатурных городских мотоциклов. Мощный двигатель, современный дизайн и наличие электронных систем безопасности делают данный мотоцикл одним из лучших среднекубатурных дорожных мотоциклов в соотношении цена-качество.